Деревня Застенки – это название мало кому известной деревни в Белоруссии. Мама повторяла очень часто до самой смерти. Для нее это была немногая память об отце, которого она почти не помнила. У Застенок в 43-м погиб мой дед. Там же в братской могиле и похоронен. Туда я и поехал в начале апреля. Беларусь встретила нас таким сильным снегопадом посреди очень теплой весны, что невольно закралась мысль. Дед сердится. Долго пришлось ему ждать в гости внука. По картам и невнятным ориентирам добрались. Найти из множества строчек нужного оказалось непросто. Единого алфавитного списка нет, то и дело появляются новые плиты. В этих краях до сих пор находят и захоранивают в братских могилах бойцов, не получивших в свое время заслуженных почестей. Деда своего по материнской линии я никогда не видел. Его не стало задолго до моего появления на свет. Фотографии деда не сохранилось. Не нашлось даже стандартного армейского фотоснимка. Остались отрывочные воспоминания его старших дочек, моих теток. Младшим детям на тот момент, когда дед Максим ушел на фронт, было меньше 3 лет. Чуть больше удалось узнать о нем, когда открыли архивы Минобороны. Максим Акимович Конев, 1900 года рождения. Гвардии красноармеец, рядовой. Призван в 1943 году Тугулымским райвоенкоматом. В донесении о безвозвратных потерях указано последним местом службы деда 3-я гвардейская артиллерийская дивизия прорыва, резерва главного командования. Максим Акимович был радиотелеграфистом 8-й гвардейской гаубичной артиллерийской бригаде, Юго-Западный фронт. Наши тогда безуспешно штурмовали глубоко эшелонированную оборону немцев под Оршей. Дело было осенью 43-го. Оршанская наступательная операция это называлась. Сломать немца там смогли только летом 44-го. Много солдат полегло под Оршей, среди них и мой дед. Красноармеец Конев Максим Акимович, беспартийный, был убит 22 октября 1943 года. Место захоронения – Белорусская ССР, Витебская область, Дубровнинский район, деревня Застенки, западнее 1 километр. В 1943-м здесь было 26 домов. Все были сожжены. Погибли 10 местных жителей. Это те самые застенки, которые сидят у меня в голове клином всю сознательную жизнь.